Сегодня Крым отмечает 6-ю годовщину воссоединения с Россией. Угроза коронавируса внесла коррективы и в эту праздничную программу. Единственным событием в Великом Новгороде стало открытие тематической выставки в Музее художественной культуры Новгородской земли. Все картины посвящены годовщине воссоединения Крыма с Россией. Хоть они и созданы в разное время, объединяет полотна теплая и спокойная атмосфера полуострова, которую постарались передать живописцы. Ведь Крым всегда считался одним из любимых мест для отдыха россиян. Можно сказать, на коленке наши художники создавали свои шедевры во время путешествия. На них, конечно, изображен Крым. Его очень красивые места, не только парадные, но разные интересные, которые находят художники, выполнены разными материалами. Здесь можете увидеть работы, выполненные пастелью, карандашом, гелевой ручкой, тушью, маленькие холстики масла. На всех них изображены красоты Крыма. Выставка этюдов представлена на мольбертах не случайно. Все картины выполнены с натуры и отражают результат работы художников на пленэрах. Увидеть работы наших земляков новгородцы смогут по 11 мая, пока в индивидуальном порядке. Массовые посещения общественных мест, в том числе и Музея художественной культуры Новгородской земли, по-прежнему под запретом.